Вот какая проблема настроить на резонанс. Включаю лампочку, отдельно горит. Выключаю. Ложу радиатор. Лампочка ярче горит. Еще ложу радиатор. Еще ярче горит. И тут уже примерно резонанс. Уже она особо ярче не будет гореть. Вот руку подношу, она уже тусклее становится. Тут еще подношу, вот тут у вас самая яркая. Ну и вот какой КПД. 37 вольт и 0,85 ампер. Это где-то 30 ватт, а на выходе лампочка 15 ватт. Горит не на весь накал. Если заземлить этот верхний конец, тогда можно выше КПД сделать. Нижний конец заземленный, и частота. Поближе подсунул, ярче горит. Руку подношу, уже притухает. Значит, нужно немножко уменьшить емкость. Ну тут немножко ярче. Уже хоть очень точно руку подберешь, там ничего не изменится. Вот так ярче. Уже тухнет. Тут уже примерно все совпало. Еще. Еще попробую это. Вот уже слабо горит, уже вышло из резонанса. И какие проблемы тут его настроить? Проблем никаких нет, но и прибавки нет. Провод. Вот поближе поставил, ярче горит.
Вот, ну и потребление выросло. 37 ватт теперь. Убираю радиатор. Тоже слабее. Уже слабо, в общем. Попробую этот маленький поставить. На более точной подстройке, может, все равно не попал. Нужно еще что-то. Ну а теперь маленький. Ну все, тут больше уже не получится более ярко настроить. Особо мы уже еле-еле еще можно ярче настроить. Но особо ярко не удастся, по-моему, настроить.